Здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, если мы возобновляем прохождение Assassin's Creed Origins. По техническим проблемам у нас не было записей, потом по еще каким-то техническим проблемам тоже их не было. Вот, пойдем сделаем делик, да, для начала. Попробуем их возобновить. Первая серия, я думаю, будут не очень долгими. Потому что немножко подпростыли. Ил пока что не так много, к сожалению. Ну, 30-40, я думаю, 2-3 первых серии. Через день. Каждый день посмотрим. Ну а потом. Потом. Будут 40-45. Потом серия уже будет более привычного нам формата для быстрое перемещение тут. Давайте сюда что ли тогда начнем. Чтобы открыть быстро. Что? Более привычного формата, там, когда как 40 минут, короче. Боги любят щедрых людей. Откроем страшную тайну, которую будем помнить. 10 записано в решении 1300 на 700 с чем-то. Кто вкусит, поймет почему. Ну, хорошо, что мы вовремя это заметили. Перезапустили, так сказать, запись. То было бы обидно. Механизейшн достигнут, кстати. Восприятие сена увеличено и весть. Ой, я никак не буду заняться. Прыжок веры был совсем не туда совершен, куда я хотел, но кента ладно. Пойдемте делать делики. Не хотел я их, честно говоря, делать, но нам сказали, что делай, а то зарежем. Откусим хвост. Зарежем потом еще. Поэтому надо делать. А если серьезно, ну. За них могут давать что-то интересное, поэтому это можно их делать вполне. Не хотел делать, честно, в первой серии, но опять же, учитывая то, что делик появился достаточно недалеко от того места, где мы перезапускаем нашу запись. Первым делом, я думаю, правильно раз делик сделать. Более далеки они делаются очень без особого обычного напряга. Ну, обычный. Бывает, конечно же, по-разному. Где-то пацан-то сидит. Добрел в какую-то непонятную, смотрите, избу какие-то. Миджай, мне тут рассказали о партии оружия, предназначенной для филакитов. Заполучи ее! А, есть, сэр. И далеко эта партия оружия. Блин. Вот, это вот она? Хорошо, хотя бы я сюда могу сделать быстрее перемещение. А то малость далековато было бежать. Где мой верный чокобо?
Ну давай ускорься-то хоть чуть-чуть. Поменяю тебя на лошадь, она быстрее бегает. Оба, лупит. Ну я не специально. Я крокодил. Они сами меня нашли. Причем не один, а целая лодка. Как родили морда. Значит, попасть я не могу нормально. Разучился, блин, стрелять из лука вообще. Капец. Наверное, мой чокуба, а чё ты меня не защищаешь, крокодила? Горишь, чё? Готов, Василий. Иди. Так вот он, блин. Так вот какой ты, блин, золотой мужчина. А что так быстро? Не, а что так быстро? Я вообще не. Я вообще не ждал. А, он 32 уровня, суть. На, козлина. Так вот. И так будет с каждым крокодилом, кто обидит, блин, Виджая. По точной шкуре пришел. А, что, не можете залезть сюда? А, крокодилы, блин. Ну, басы вы, а не крокодилы. Как я вас, а? Гори! А что, ссыте, да? Ну и ладно. Времени не надо. Интересный домик, в который я не могу попасть. Да? А, домик реально интересный. Хижина, наверное, да, какая-то? Я думал, можно будет забраться внутрь, но нас не пустили. К сожалению. Оба сокровища. Сокровища не пропустили в похожем домике. Зря мы крокодилиху и крокодила. О, смотрите, копье, которое лучше, чем наше оружие. Офигеть. Как наше оружие уже устарело.
Просто жесть. Где там крокодилов? А может, то оружие, которое нам нужно добыть, оно вообще у крокодилов уже? В желудках. Кто посмел напасть на Миджая? Не забыл, как его зовут. Баек. Миджая байка. Убежище колыбель ней. Какая ней. Ну ее колыбель такая крутая. Да отстаньте вот от меня. Живность какая-то пристает ко мне, смотрите, постоянно. Мимо бегу, а живность подстает. Даже бегемот. Боишься огня, людоед? Боишься огня, желательно. Бойся человека. Чукоба, ты где? Твою за ногу. Валим отсюда. А, ты не понимаешь, да? Твоя шкура будет продана, блин. На местном рынке. Ах ты... Чукобу, ау. Чукоб постоянно от меня убегает, нужно коня брать верного. Верный конь он как бы не предаст мне, когда я не убежу. А Чукоба какой-то, блин. Подожди, если что заметишь. Прикройте меня! Ну, блин, я не могу за оружием сбежать, сбегать вообще. Вон, покажи, покажи. Прикройте меня! Да какая нафиг синхронизация? Я встать не мог полчаса. Жал на этот сраный пробел. Чё это за чушь? Полчаса жал на пробел. Где... Носить, что такое? Мы нашли оружие, вон там видели, какая офигенная фигня? Он сбегает туда. Посмотреть на эту офигенную. Оружие надо менять, оружие вообще не подходит, нас убивают и после игры. А мы никого не ваншотим. Так. Это несправедливо. Что-то как-то типовато для оружия. Если мы так просто подходим и забираем оружие. Об этом Реда и говорил. И получаем 1500.
Лук дождя, редкий лук хищник, уровень 30. Великолепно. А где? Шкуры ты потерял. Потерял шкуры, если бы не чутье, вот это ассасин. Нам шкуры просто нужны для улучшения были. Так, ну что ж, делик мы сделали наконец-таки. Давайте посмотрим, что это за чудо. Что это? Крокодил, что ли, опять как? Реально крокодил. Нам нужно стрелы восстановить. Ну, если убивать какого-то злобного хищника, такого крокодила. Не знаете, что это такое вообще? Это какая-то десинхронизация, да? Блин. Это гост, блин. Причем, наверное, черепок. Да? Добавь 40-й уровень. Сока уровня, по идее, мы можем быть. А где нам стрелы собрать? Это слишком рано. 30-й, он 40-й, это... Нет, теоретически мы можем победить, когда я буду себя чувствовать получше. Ну, где сейчас? Это все, конечно, прикольно. Испытание собака 5 минут, 5 дней осталось. Локация 3. Блин, я не хочу в такие локации идти. Я не готов к ним. Нам нужно в куда-нибудь... Да. Не открыто быстрое перемирие, да? Потом вам в Мемфис. Ну, то есть постепенно идти по заданиям. А убивать на 30 уровне 40-го босса? Не, ну теоретически, конечно, мы, наверное, могли бы. Да? Да. Но не сейчас. Я слишком слаб сейчас. Для этого. Но вообще чисто теоретически. Ну, давайте, кстати, выберем задание сразу. Где у нас тут задание? Задание вот. Маска ящериц. 21 уровень. Сейчас надо его делать. И скорее всего оно как раз в Мемфисе. Давайте поменяем своего всадника, транспорт, простите. Не нравится мне. Просто. Но я не помню, какой. Лыкача вроде я получил, да, правильно? Ну, то есть, за что-то. Не просто за предзаказ, а за что-то. Ой, не за полную версию. Блин. А за выполнение какой-то, то ли победы колесницы, то ли еще. Дерево, 20 деревяшек.
Вас деревяшка, конечно, неплохо, но я обойдусь. Смотрите, насколько быстрее клыкач бегает. Ты чуть бы меня уже достал. Медленно. Ты, братан, медленно. Что я только что сделал? Кто не знает. Пришлось уничтожить. Сначала я подумал, что кошак пошел меня защищать. Типа, знаете, на пол подходил, меня защищал. Но после того, как кошак на меня потом кинулся, пришлось кошака победить. А я не хотел. Зачем? А где мы находимся? А, подождись. У нас тут еще и вопросов куча. Вернись. Я же вообще тут не был. В этой локации. Правильно получается? Ой. Ну да, я тут не. Данные связи, дополнительные задания. Надо сюда бежать тогда. Вначале. Давайте выполним уже дополнительное задание, оно может быть интересно. Бабочки, в принципе, некоторые достаточно любопытные. Ты недостаточно, в принципе, муженек. Правда, вспоминается, помните? Ты расследование, связанное с культом. Ну, вот видите, кошаки нам управляют. Сначала я сверху посмотрел, а потом, что локация зачищена, ну просто уже из башки вылетело, где мы не были. А потом, видите, когда мы немножко приблизили, я увидел там кучу вопросиков. Естественно, я вспомнил, что вот локации мы не были. Сначала сделаем это, ну потом там по дороге вопросики как-то уже себе сделают. Я думаю... Что-то недалеко. Может быть. Это просто потому, что Гиза. Такой звук был. Мы в Гизе-то на самом деле, по большому счету, возможно, не все сделали. Просто я не знаю, что там еще сделать можно. Как всегда, сейчас пройдет вся серия, мы сделаем один делик и... будем бить бегемотов. Не хотел я этого в первой серии после возобновления наших записей. Надо действовать аккуратно. Спасибо, видимо, есть спасибо. Эй, эй ты! Это знак Меджая? Подойди. Нэп, я так слаб. Спаси меня. Боги услышали. Ты настоящий герой. Так, а куда тебя отнести? Тише. Эй! Эй!
его зачистить, наверное. Потом уже спасать пацана. Хотя нет, зачем все зачищать? Мы же ассасины. Не знаешь, что нам нужно проходить и всех вылезать? Может, они берсерки? Когда там Assassin's Creed Valhalla выйдет. Хотя, ну... Только игры надо пройти. В планах, которые... Я не понимаю, куда его нести. Просто вынести. Свобода! Ты пришел в себя? Ну что, может, разграбим пару гробниц? Я помог очередному преступнику. А, совсем забыл. Ты же Миджай. Нет, я не преступник. Но зачем упускать шанс? А, ну, конечно. Что нашел на сей раз? Бандитам это явно приглянулось. Кольцо невероятно ценное. Разумеется, оно им приглянулось. Вот они и решили любой ценой его заполучить. А я? Зачем пропадать добру? Продав его, я начну новую жизнь. Да. Идем, проводишь меня домой. Ведь защищать других — это твой долг. Ты сам видишь, как здесь опасно. Ну и наглый же бандит. Да. Ну ладно. Да, мой личный Миджай. Вот это да. Я думал, что вас всех давно погребли пески времени. Не всех. Ты нам очень нужен. Такой сильный воин в любом деле пригодится. Ну, расхлебывать кашу, которую ты каждый раз завариваешь. Да, нам здесь не просто выжить. Бандиты дышат в затылок. Тогда продай кольцо и забудь о нем. У него его нет. Но в Гизе столько чудес и тайн. Надо только уметь смотреть. А куда сокровище? Нас ведет вообще? О, сокровище. Странными путями у меня ведет куда-то. Ага, вот и мой дворец. Впереди. А возможно, это как раз под пирамидой сокровища. Кольцо там будет. Непти! Брат под мой! Под пирамидами. Почему ты не искал меня? Меня так долго держали в плену. Так, где кольцо? Тихо, спокойно. Оно у Рашиди. А это кто? Это мой брат. Он поможет найти кольцо. Ты серьезно? Ну да, да. А что? Время есть. Ха! Удача всегда на твоей стороне. Правда, оба? Тогда где мое кольцо? Наше кольцо. Да, да. Кольцо стоит 1 000 000 драхм. За него и сама Клеопатра готова отдаться. Надо найти остальных братьев. Кольцо у них. Тут повсюду бандиты. Займусь делом. У кого конкретно-то кольцо? Рашиди шел на юг. Должно быть, набрел на лагерь бандитов у Сфинкса. Вот глупец. А мы там были, да? Рашиди в беде. Надо спасти его из лагеря бандитов. Ну да, мы там были. Ладно, сходим еще разок. Мать, тут вопросик недалеко. Вот этот, да? Все еще горит. Который непонятно где находится, то ли под землей, то ли в пирамиде, там в каком-то ходе. Офигенно, а? Пришел, никого не трогал, ну было так медленно, надо пить. Делать больше ничего. Ну это кто? Еще одна гиена. Мы уничтожили главную гиену, конечно. Так, это он Сфинкс. Насчет того вопросика не будем пока что принимать, потому что все равно я не знаю, где он конкретно. Давайте, наверное, так сделаем все.
Казалось, что на 30-м уровне мы топором посадим. А я на топоре буду немножко. Не подходит, не уровень, нужно менять. Ну это быстро такой фарм умрет, что я тоже. Так, где он? Нашли. Тену, как всегда, помогла. Точно определить цель нашего путешествия. Там тоже какой-то вопросик, смотрите, дальше. Или это уже, может быть, какое-то другое, ладно. Главное нам аккуратненько пробраться в лагерь. Обычно аккуратненько. Увидят, сразу накинутся. Ну, конечно. Увидят, сразу значит, нападают. Давайте с помощью сена отметим врагов, которые тут, в принципе, есть. Вот видите, еще убить капитана, командира и собрать сокровища. Кроме того, чтобы спасти его. Так, ну давайте попробуем что-то. Стараемся все это сделать как можно лучше. Даже как-то вот так вот сделаем. Типа, чтобы нас не заметили. Там слишком много врагов. Это был дружественный спарринг между солдатами. Ну ладно. Не получилось опять все сделать тихо и лишь. Мы для этого лабуем. Ну хотя, смотри. Да, великолепное попадание стрелы. Если бы нельзя было стрелять из лука, мы бы, наверное, не зачистили по-нормальному ни одну крепость. Пойдем сначала сокровища заберем, потом уже будем спасать его. Так, одну графит это великолепно. Графит это просто потрясающе. Ну что ж, давайте понадеемся, что и во втором сокровище, второе сокровище тоже будет графитом. Нам для улучшения, конечно. Булава плюс медь. Медь тоже пригодится.
Плава, наверное, даже лучше, чем наш топор. Но я не хочу эпический топор менять, все равно плава. Лучше его подделать. Чем же я это заслужил? Улучшить углубиться. Есть тут кто? Рашиди? А? Мы знакомы? Я пришел спасти тебя. Давайте вынести. В принципе, тут уже никого и не осталось, кто мог бы нам помочь. Да, но мне казалось, что этот лагерь мы уже вычищали. Они похожи. А сокровище тут все еще было. В том случае неплохо. Давай-давай болтать. А, нужно прям выход, что ли, было положить? Там у выхода. Он не хочет вставать вообще. Просто потрясающе. Ну, видимо, в конкретно в этом месте нужно было. Что-то это кольцо нужно слишком многим. Ты знаешь о кольце? Оба инепти сказали, что ты в беде. Думаю, вам всем стоит отказаться от такой жизни. С кольцом? Отказались бы. Стой. Так у тебя его нет? Туро врезал мне по лицу и утащил кольцо к гробницам Химиона на продажу. Какой еще Туро? Мой брат. Ну да. Ладно, пойду разыщу его. Вернись к братьям. Так безопасней. Ха, вряд ли. Интересно, что расскажет мне Туро. Ну, я так, в принципе, и думал, что тут ни одно место нам нужно будет посетить. Не, ну конь побыстрее будет. Кобы, конечно, интересен. Хотя вот если брать какие-то длинные путешествия по пустыням, естественно, чехол будет или там взбирание, например, на барханы. Но по более-менее плоской поверхности будем наконец какой-то. Наверное. Не пора ли нам сену вызвать? Посмотреться, ну-ка. Она не видит там ничего. А вот теперь сену прибрать можно. Проехал буквально 10 метров. И теперь можно прибрать сену. Видогалево просто. Ладно. Не страшно. Бандиты нагнали своих, но встретили гиен. Туро среди мертвых? Неизвестно. Что это? Руку откусили. Да ладно. Наверное, гиена проглотила кольцо. Теперь мне еще гиену искать. Ладно, сокровища заберем какие-то. Есть на них. 600 метров, да? Конь! Где мой конь? Саблезубый. Клыкач! Поехали! Но я же говорил, что будет побочный квест достаточно интересный. Он действительно интересный. Они тут очень прикольные и классные. Наверное, даже лучше, чем у Сталлоне.
Что-то рядом. Давайте смотреть, где она. Или найдено, великолепно. Где мой топор? Нету кольца? А где кольцо? Кольцо-то отдай. А, наконец. Кольцо, которое искали оба Непти и Рашинти. Закончу с этой историей. Может быть, просто оставить его себе и продать? Я про кольцо. Зачем кольцо грабителям возвращать? Это интересно. Даже в квесте написано, что кольцо грабителя. Он же Миджай, он должен грабителей наоборот побеждать. У нас что-то это. О, солнце. Солнце бьет. Умри, тварь! Ух, такие вообще сзади. Че грабители какие-то? Не обращай на них внимания, просто и бежим, скачиваем вперед. Это зависит от того, что мы на верблюде или на коне, просто не скачем. Солнечный удар, или нет? Пятый. Что, мы не сможем оторваться? Да ладно. Увидим, почему наверняка что так, вроде все. По музыке. По музыке, если смотреть. Ну, все. Ну, по крайней мере, кольцо мы добыли. Дурные вести. И что с кольцом? И что с кольцом? И что с кольцом? Тура погиб. О, вот беда. А кольцо? А кольцо? Да. Не повезло ему. А что с кольцом? А кольцо нашел? Ну да, нашел. Вы что, не слышали? Про Туру. Это все из-за них? Отдай кольцо. Миджай, умоляю. Отдайте кому-нибудь кольцо. Ну давай его вот ему отдам. Они неблагодарные. Мне пора идти, братья. Где же грусть? Ваши друзья мертвы. В Гизе такое не редкость. Ах. Где оно? Нек, кольцо! Задание выполнено. Че, кольцо потеряли опять? Да чтоб их! Надо найти кольцо первым! Надо найти кольцо первым. Дальше. Думаю, оно еще появится. Я никогда не сдаюсь! Ну, классный квест мы под конец записи сегодняшней серии сделали. Спасибо всем, кто смотрел. Жди новых серий. С вами был Айс, и всем пока.